С пригретой на груди змеей сравнил Дональд Трамп прибывающих в США мигрантов. В своей речи на ежегодной конференции консерваторов он прочитал стих о женщине, которая спасла найденную на улице змею, а та ее укусила. По словам Трампа, эта история показательна в контексте иммиграции. А его стране нужны люди, работающие на благо Америки. Напомню, миграционная реформа была одним из предвыборных обещаний Трампа. Он обещал построить стену на границе с соседней Мексикой, чтобы сократить поток беженцев. Сейчас он выступает за отмену популярной лотереи Green Card. Этот стих называется «Змея». И подумайте об этом в контексте иммиграции. Ведь это именно то, что мы делаем с нашей страной, люди. Мы разрешаем иностранцам въезд, что доставляет нам много неприятностей.